Ты че, Ильич? Помираю. И сколько лет уже? Я договорюсь, чтобы ты отлежался сегодня. Спасибо, Жорка. Это чё? Ты бери. На зиму. Возьми, возьми. Мне не пригодится. Желаю, бойцы. Как настрой? План работ на сегодня такой. Будем рыть траншею под фундамент. Лысый! Да пошел ты. У меня смены кончились. Документы верни, начальник. Что? Что ты сказал? Повтори. Паспорт отдай или... Или? Слышь! Тихо все! Бригадир! Тихо! Ты чего? Успокоился? Чтобы через час все в машине сидели. Красота! Это тебе не казенные 600-ок. Езди разгуляться, да? Коль, завязывай ты с этими бомжами. Остался бы на службе, в генералах бы ходил. Ну а кто, если не мы? Завтра приеду, проверю. Давай. Ну что, встали, пошли. Эй, Ильич, что такое? Сердце. Бригадир! Бригадир! Сейчас, потерпи, старик. Чего? Плохо ему. Поднимай. Руку, руку давай. Садись.
Вылезай, умник. Давай его к дереву. Сейчас мы его вылечим. Ты что творишь-то? Стоять! Машину! Я так не могу! Ко мне, бегом. Так, а где этот, который со стариком трется? Да-да, вроде здесь был. Найти его и ко мне. Вперед. Ну? Ну и чё ты припёрся? Стоять! Yeah!
Жора! Бригадир, беги! Беги, брат! Вот так вот, мужики. Мать вашу, вы что сидите? У нас обед. Когда я скажу, тогда и обед. У нас обед. Ты чё такой злой? Ладно, чтобы через час стену доделали. Победил. Стой, падла, пристрелю! Вот так ты со старыми друзьями. Ты убийца! Ты людям жить не даешь! А ты забыл? Кто тебя на улице нашел? Кто тебе работу дал? Ты дал рабство! Ха!